меда, чтоб хватило на целый год. А чего так мало? Заказал бы на 2? Нет, на 5. Да нет, на 10. Короче, на всю жизнь. Ну, во-первых, куда мне столько сразу меда? Я его съем, а если оставлю, он испортится. А так у меня каждый год будет свежий мед. А я бы себе просила шубу, новенькую, гламурнику при гламурнику. За страсть, вся такая буду идти. Дольче Габбана? Ну, не знаю, может и ней. Это он. Шуба, она моя, женский род. Дольче Габбана, тоже она. Ну, все правильно, чего ты меня путаешь? Вообще-то это два мужика. Ой, да ладно тебе. Не ссорьтесь, а я вообще считаю, что говорить о новогодних подарках еще рано. Вон, лето в разгаре, надо купаться, веселиться, ведь как гласит пословица, всему свое время. Вот пока мы будем рассуждать то, что хочет, я все закажу, а мы останемся без подарков. Ну уж нет, я так не хочу, я предпочитаю поговорку, готовься они летом. Вы все правы, так что не будем ссориться, у нас еще есть время подумать, а вот настанет зима, тогда и напишем письмо. Пойдемте. Ну что, слышала? Ага, слышала. Вот что. Давай-ка, лети сюда. Поговорить надо. Старая напухала. Здорово, подружка. Привет, старушка. Ну что, слышала? Да. Ага. А что именно-то? Пошли сами готовить. Так они у меня давно готовы. Там стоят где-то. Не помню где. Вроде бы стоят. Или нет? Да при чем тут твои сани? Ты слышал, что они собираются у Деда Мороза подарки просить? Да. Да. Да ладно. Да. Да. Что-то катать странное стало в последнее время. Да это я после того, как Кощей надо мной, Ирод этакий, подшутил. Как-то? Пригласил меня к себе в гости на 1 апреля. Сидим, компотик пьем. А он и говорит: старая, а у тебя утюг-то дома выключен. Я испугалась, как полетела, прилетала в избушку. А утюга-то у меня отродясь и не было. Возвращаюсь обратно и говорю: ну ты, спица носатая, ты что меня обижаешь? Ага. А он опять: слышь, старая, а у тебя молоко на плите не убежало? Я испугалась, подорвалась, лечу, прилетаю в избушку, а у меня плиты-то отродясь и не было, одна только печка. И молоко я сроду не пила. Старая! Да. 200 лет живешь, а все ты такие шутки ведешься. Да вот старая, а у меня все разводит. Скелет безмозглый. Ну ладно, хватит ныть, к делу. Так, смотри, они собираются просить подарки у Деда Мороза, так? Так. Так. Дед Мороз маленьких, хороших детишек любит. Все им дарит. Так? Нет. Не так. Как это? Детишкам не дарит? Дед Мороз дарит только тем детишкам подарки, которые ведут себя хорошо. Ну, правильно, а мы что, плохо себя ведем? А ты можешь не рассчитывать. А кто у детей мороженое отнимал? А кто жвачки воровал в магазине? А кто? Ну ладно, ладно, ладно. Можно подумать и само совершенство. А кто девочкам косички в веревочке скручивал? А? А кто на автобусе бесплатно ездил и по сумкам лазил? А кто еще? Ну прекрати, прекрати. То-то же. Вот что. Я так думаю. Нам сейчас надо сообразить, как добыть подарки. Ну. Думаем. Ну. Думаем, думаем, думаем.
А может быть? Не может. А что если? Не стоит. Ну тогда. А вот это уже ближе к весне. Значит, надо. Точно! Точно, точно! Смотри. Звери письмо напишут. Деду Морозу по почте отправят. Мы из почты его вытащим и свое подложим. А в нем напишем, чтобы выкуп нам заплатили подарками. Ну ты голова, здорово все придумала. А то! Вот что, пойдем обсудим детали нашего злодейского плана. Ну что, давайте предлагать свои мысли. Я бы попросил большую бочку меда, чтобы хватило на целый год. Медвежонок, мы твое желание уже слышали. Ты чего-нибудь другого хочешь? Ну, не знаю. Можно еще немного меда. Медвежонок, ты кроме своего меда еще о чем-нибудь думать можешь? Ну, не знаю. Может, малиновое варенье. Если не будет, то можно меду. Заяц, а ты что хочешь на Новый год? Я мечтаю получить велосипед скоростной, чтобы мчаться по лесу со скоростью звука. Ну, проси тогда вместе с велосипедом и дороги. А то как ты будешь скорость звука совершать? А ты-то сама чего хочешь? Я очень сильно хочу большую энциклопедию. Я хочу все-все-все знать. Ну, все понятно. А лиса хочет шубу. Что? А почему вы меня не спросили? Лисичка, мы же знаем. Хорошо. Лиса, а что ты хочешь на Новый год? Ой, это такой нежный вопрос. Ой, дайте подумать. Ну, давай. Я хочу... Я хочу... О, придумала. Я хочу шубу. Ух ты, как неожиданно. Ну, все понятно. Пойдем ждать зиму.
Заяц, какой же ты нетерпеливый. А как мы передадим письмо Деду Морозу? Что, вы не знаете? Ну вот же, стоит снеговик, почитай. Он и доставит наше письмо. А он точно доставит? Точно, не переживай. Ну так давай, Заяц, ложи письмо, и будем ждать новогодние елки и подарки. Помочь? Нет. Ну, раз вам моя помощь не нужна. Не нужна.
Тогда я пошел. Ага, иди. А может, все-таки... Иди уже! Наконец-то ушел. Настырный какой. Да уж. А может, что-нибудь заподозрил? Да вряд ли. Куда ему? Ну что? Пиши письмо. Оставляй там, где Дед Мороз его увидит. И удираем. Пусти. Так, хорошо, хорошо. Пошли. Собираться. Где тут у меня мешок-то мой? Ой, дедушка, Дедушка Мороз, что? Я забыл вам сказать, что скоро же Снегурочка приезжает. А вы, кстати, дедушка, молодец, вы прям выздоравливаете на глазах. Выздоравливаю? Не понимаю. Ну, во-первых, здравствуй, Снеговик. А вот смотри, что происходит? Так виделись уже. Когда? Да вот, минут 5 назад. Да где же? Прямо здесь. Никогда. Ты что-то путаешь? Ничего я не путаю. Я принес вам письмо от лесных зверей. Вы сказали, что плохо себя чувствуете, и выгнали меня. Да, Снеговик, какое письмо? Такого не может быть. Я только что вернулся с прогулки. Ничего не понимаю. Подожди-ка. А это что такое? Моя старая шуба. Я давно ее собирался выбросить уже. А это что такое? Письмо деду от зверей. Только я совсем другое письмо приносил. А ну-ка, Снеговик, давай-ка его прочтем. Значит так, старый, письмо зверя у нас. Хочешь его получить? Тебе придется прийти к нам и выполнить все, что мы потребуем. А иначе не видать вам этого письма, и зверя-то не получат подарков. Кикимора и яга. Безобразие. Но ничего, ничего. А ты, Снеговичок, не переживай. Не переживай. Все детишки и все звери получат свои подарки. Мы этим аферистам еще покажем. Пойдем скорее, Снеговик, пойдем. Что же получается? Кикимора с бабой украли наше письмо. И теперь мы останемся без подарков. Лиса останется без шубы. Заяц останется без велосипеда. А медведь останется без меда. Он же так хотел меда. А если они украли не только наше письмо, а еще и других ребятишек, они же тоже останутся без подарков. Ну не бывать этому. Я соберу своих друзей, и вместе мы спасем письмо. Что? Идиоты! Не узнали меня? Голос так похож на нашего Кощея! Дураки! Ну это... Ты что ли? Да, я! А чё ты выглядишь так? Для конспирации. Для кого? Не для кого, а для чего? Ну, чтоб никто не узнал. А, это здорово придумал, молодец. А вы что тут делаете? А мы это... Да мы, пытаюсь тебе... Мы сюрприз приготовили.
Да? Интересно, какой. И давай. Ладно, ладно. В общем так, мы украли письмо зверят у Деда Мороза и подменили его своим, где потребовали выкуп за первое. И что? Получили? Да нет, ждем пока. Ну, ждите, ждите. Только не дождетесь. Почему это? Да потому что Дед Мороз, он же волшебник. Он и так знает, кто как себя вел, кто чего заслуживает и какие подарки кому дарить. Ну? Я вот только слыхал, что звери собираются искать это письмо. Вот пускай и ищут. Придут в мое царство. Тогда их и съедим. И будет у нас новогодний ужин. Молодец! Это ты здорово придумал! А теперь тихо! Уходим отсюда. Почему? Так он и не спять ушел, и до весны вряд ли мы его увидим. Я считаю, не надо ждать. Пойдемте. Ребята, подождите. Медвежонок, а вы думали, ты спишь? Мне так спать хочется. Но как только я услышу, что у вас что-то случилось, сон как рукой сняло, так что у вас случилось? Да, белка, не тони, давай рассказывай, что случилось. У Деда Мороза украли наше письмо, и теперь мы можем остаться без подарков. Что же нам теперь делать? Так надо его найти. Кто его украл? Это проделки Кикимора и Бабы Яги. Эх, где их искать? Ой, девочка! А откуда она здесь? Желание. Мы желание
маме называли ее Кощей. Неужели наше письмо теперь у Кощея? Ребят, ну вы же видите, как нас зовут. Разве мы не справимся с Кощеем? Пускай не силы, а ловкостью. Мы же друзья, а значит, мы сила. Thank you.
приготовит нам праздничный ужин. Шикарный! Отпусти нас, Тащей! Сейчас! Разбежался! Отпусти нас немедленно! А то что? Что? Нашли чего пугать Кощея, да? Вы, жалкое существование, вы в моем царстве, что хочу, то и делаю. И вам здесь никто не поможет. Остановись, Кощей! Ой, ой, ты там промяукал ты. Это ты. Хорошо. Где болезнь-то взяла? Ну, дыхайте. На ужин. Ты как относишься вот к этому мясу? Оставь двери, а иначе... Ну что иначе? Ну что вы все пугаете, Кощей? Ну что ты мне сделаешь без своего этого деда с красным носом? Да ты это просто так это... Снежок! А можно сказать, ты все можешь, а может, ты знаешь? Да, может, все и знаю, и скажу. И знаю, и может быть. Дальше. А давай спорить, что я знаю такие загадки, которые ты, Кощей, не отгадаешь. Я все могу. И все знаю. Давай, пухти свои загадки. А давай так. Да. Давай. Отгадаешь загадок, освобождаешь зверей. Отгадай, я их сожру. Пусти. Слушай мою первую загадку. Давай. Запорошила дорожки, разукрасила окошки, радость детям подарила и на санках прокатила. Холодильник. Ну что, заморозила? Да холодильник растаял и утекло. Все. Запорошила дорожки, разукрасила... Молчать! Молчать! Чего? Холодильник! Нет, Кощей, не холодильник! Вторую загадку! Я лежу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз. Я могла бы жить и выше, если б крыши там нашлись. Вот здесь поподробнее, у кого крыша поехала по земле? У кого крыша поехала? А, она потекла. Крыша течет. Какая же крыша? Вот это везде открыт. А, так это спутниковая антенна. Ничего себе, Кощей, какая же это спутниковая антенна, ребята? Сосульки, Кощей. Сами вы сосульки, съем. Слушайте загадку. Ну, что-то много пыхтишь тут. Он приходит в зимний вечер. Зажигать на елке свечи. Дура. Он заводит хоровод. Это праздник. Дед Мороз. Дед Мороз. Мороз. Ребята, что это? Кощей, не отгадал ты наших загадок. Освобождай зверей. Сейчас разбежался прямо об замок головой. Мы же договаривались, Кощей. Да? А я не помню. Ой, слушай, бери своего снежного друга на руки. Ноги в руки и бегите отсюда, будете. Снегурочка, снеговик, зверятки. Нужно поторопиться и бежать из этого царства Кощеева. А то моя сила здесь, волшебная бить, очень-очень слаба. Давайте скорее дружно. Улетим все вместе отсюда на волшебном ковре-самолете. Давай! По синему небу летучий кондор, пушистые крылья, красивый узор. Захочешь повыше, захочешь быстрей, командуй, не бойся, лети. Оглянитесь вокруг себя, сколько добрых людей и хороших. И не будет и скрепом, друзья, кто на свете. Все-таки больше, а в трудный порой час, а не добрым может быть.
я, и они всегда рядом. И сказать я хочу об одном, помогая сегодня другому, возвратиться, поверьте, добром, лучик счастья и вашему дому. Со снегом смех, с морозом бодрость, в делах успех, а в духе твердость. Пусть все заветное свершится, и пересилив даль дорог, надежда в дверь к вам постучится и тихо ступит на порог. Мы от души вам всем желаем любви и радостных хлопот. Пусть вас ничем не огорчает 2014 год! Thank you.